Студент колледжа сервисных технологий и дизайна Артем Абдулин, как и другие самарские ребята, стал участником акции «Мы вместе» и этим летом уже успел съездить в Крым, чтобы быть там волонтером на инклюзивном пляже. Только вернулся в Самару он участником героической истории. Он спас руку женщине, которая травмировала ее, выходя из моря. Артем оказался рядом, оказал необходимую первую помощь и контролировал состояние женщины до приезда скорой. Сам героем себя не считает и говорит, что просто делал все так, как учили. Такое бывает каждый день. Каждый день что-то с людьми случается. И, наверное, есть неравнодушные люди, как я, которые могут помочь. И я просто оказался в нужный момент, в нужном месте. Скромничают и еще два героя первой смены этого года – Сергей Елингин и Данила Курушин. Катаясь на катамаране, друзья увидели, как в море недалеко от них тонет девушка, которая упала с ватрушки. Парни сразу бросились на помощь и помогли добраться ей до берега. Первую помощь мы там особо не проявляли. Мы просто, грубо говоря, подняли и отвезли на берег. Сделать хорошее дело – это хорошо. Но нужно сделать его дважды, трижды, четырежды. Самое главное, чтобы ты не останавливался. Ребят, проявивших смелость и самоотверженность, наградили в рамках празднования Дня молодежи. Поздравил студентов Сергей Бурцев, руководитель Департамента по делам молодежи Министерства образования и науки Самарской области. Награждение для молодых людей стало приятным сюрпризом. Во-первых, всех с праздником. Сегодня наш с вами день, День молодежи. Это очень здорово, что вы внимательны к окружающим, помогаете людям. В этом и есть суть добровольчества, суть волонтерства. Самарские студенты колледжа с 2014 года каждое лето уезжают в Крым, чтобы помогать посетителям инклюзивного пляжа. Местные ребят легко узнают из-за желтых маек, делают им скидки в магазинах и считают своими, потому что знают, что самарцы приезжают не просто отдыхать, а помогать людям. Сами студенты считают попадание в программу большой привилегией. В этом году был конкурс 15 человек на одно место. Это очень круто, когда ребята в хорошем смысле слова соревнуются, и они понимают, что это особое место, место такое, знаете, где они шефствуют над инклюзивным пляжем. Очень много историй за эти годы. То они приезжают оттуда, очень глубоко их это достает, прям по-человечески. Вот именно такая обычная человеческая забота, обычное понимание через сердце. Сердца зажигаются. Всего за 8 лет в Крыму побывали уже более 2000 волонтеров из 38 колледжей и техникумов Самарской области. Этим летом такую возможность получат 335 добровольцев, каждый из которых тоже может стать участником удивительной истории. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.